Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас распаковка вот такого вот квадрокоптера. Смотрите. Zoom Ultimate называется. В такой вот коробочке. Сейчас мы его распакуем, посмотрим, что находится внутри. Так. Вскроем. Посмотрим. Так, здесь открывается. Вот здесь эта сторона. Открываем. И достаем. Ого. Вот, вот она коробочка. Вот, а здесь такой вот чемоданчик. Посмотрите. Такой интересный чемоданчик. Это мы убираем стороночку. И открываем этот чемоданчик. И тут у нас все. Квадрокоптер. Посмотрите, какой миниатюрный. Он сложенный. Сейчас мы его откроем. Как он открывается. Так. Непонятно. Главное не сломать. До щелчка. И с этой стороны тоже. Надо открыть. Получается вот такой вот у нас квадрокоптер. Итак, у нас здесь в коробочке пульт от квадрокоптера, сам квадрокоптер вот такой вот, интересный квадрокоптер, небольшой, миниатюрный, камера фронтальная имеется. Так, здесь батарейка для зарядки, кнопка включения, выключения. И дополнительные детали, лопасти, отверточка даже, посмотрите, есть в комплекте. Такая вот небольшая миниатюрная отверточка и вот такой вот шнур. Так, ну что, давайте запустим этот квадрокоптер и посмотрим, как он летает. А сейчас мы запустим дрон и посмотрим, как он летает.